представление в честь дня рождения Ленина. Да. Зала не знаю. Одну простую сказку, а может не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Она случилась с нами, а может и не с нами, а может не случилась, но будем вспоминать. Начинайте! Нам помнится Короня, а может быть и Воля, а может быть и Спанки. Однажды повезло, она ютилась в лэбе, в большом китайском лэбе. Ей было одиноко, ни город, ни село, но рядом мышь бежала, а может не бежала, а может быть летела, а может панголин. И вот корона в Англии, Африке, Бразилии, Японии, Индии, и всюду карантин. И всем везде корона, а может не корона, а может и не всем-всем. Дает наказ один, ходите только в маске, а может и без маски, а может не ходите, пока есть карантин. А дальше? Но тут явился призрак, а может и не призрак, а может и не просто так, а всех нас поддержать, вакциной уколовшись, объединившись дружно, но вредную корону нам удалось узнать. Идея этой сказки, а может и не сказки, поймет не только умничка, ну и любой кретин. Давайте будем вместе, давайте будем дружно, и все тогда мы сможем, и всех мы победим. А дальше? Маскарад. Маскарад, и никак не помогут тебе маски.